Так, ну хорошо, Заучкин отлично поработал, молодец. Мария Ивановна, мне тоже понравилось, спасибо вам за урок. Ну а ты, Тупырев, как обычно, постоянен. Как говорит мой батя, постоянство – признак мастерства. Только не в твоем случае. А кто это? Мария Ивановна, здравствуйте, мы только с поликлиники, можно сесть на место? Здрасте. Ого, ребята, вы выздоровели? Ну, наконец-то. О, привет, ребят, я по вам соскучился. Заразные! Идите отсюда! Я не хочу больше болеть! Мы не заразные! Да у нас даже справки есть, Марья Ивановна, я же говорю, мы только из поликлиники. И чё? Марья Ивановна, проверьте их справки! И мне одну очкастый дай, чё там тебе написали? На, посмотри, надеюсь, читать умеешь. А это вам, Марья Ивановна. Здоров. Хорошо, присаживайтесь. В школу явиться! Завтрашним числом написано! Вы чё припёрлись? Целый день могли гулять ещё! Прыщавый! В смысле завтрашним? Дай сюда. Я же просил врача сегодня. А, точно. Ну ничего, ребят, неважно. Завтрашним, сегодняшним. У нас сегодня очень лёгкий день. Сокращённые уроки. Хо! Так мы сейчас домой идём! А, не зря припёрлись! Ага! Ничего страшного, хорошо, что пришли. Как раз узнайте, что вам на завтра задано. А у вас на завтра задано праздничное домашнее задание. Марья Ивановна, а что за праздник? Завтра у нас праздник золотой осени. И каждый из вас должен принести что-нибудь из даров осени. Опять эти дары осени! Не буду какие желуди с каштанами нести! Их вечно с какашками собак путаю! Тупырев, но в этот раз постарайся не перепутать, потому что нам не нужны желуди и каштаны. Тупырев, ну осенью уже не только каштаны и желуди. А, точно, и какашки котов еще. Так, ну давайте без поделок первоклассников, удивите меня чем-нибудь. Все, можете быть свободны. Ну надо реально удивить. Надо подумать. Ну да, было бы чем думать. Дай дневник, я домашку перепишу. Ух ты, даже Марьи Ивановны нету. Как всегда, я первый пришел. О, Заучкин, привет. Тоже тыкву принес? О, да, только необычную. Смотри, какая она бородавочная. Покажи. Это, наверное, какой-то декоративный сорт, да? Специально выведенный. Да, и это я ее в горшке 6 месяцев выращивал. И да, и вообще. Покажи свое. Ну вот. Ух ты, у тебя тоже необычная тыква. Не просто оранжевая, с зеленым немного. Да, это специально отдельный сорт такой. А что за сорт? Подскажи. Это голосемянная тыква Дельта. Ну, желаю тебе удачи. О, Марья Ивановна. Здравствуйте, ребята. О, Батанов, Заучкин, вы уже здесь? Какие у вас красивые тыквы. Здравствуйте, Марья Ивановна. Мы уже готовы. А где Затупин и Тупырев? Скоро же урок начинается. Марья Ивановна, ну они как всегда опаздывают. Наверное, желуди с какашками и собачьими собирают. Батанов нет. Не уподобляйся Тупореву, тебе это не идет. Марья Ивановна, здравствуйте. А где твои дары осени? Вот. Два яблока? И грецкие орехи? А что, их разве весной собирают? Молодец, Затупин, да, это дары осени. Подготовился, умница. Спасибо, Марья Ивановна. А вы тут на меня гоните. Ну все, ждем Тупырева. Пацаны, мне нужна помощь. Затупин. Здравствуйте, Марья Ивановна. Затупин, погнали со мной, поможешь. Тупырев, постой, какая помощь? Какой Затупин тебе? Вы куда? Марья Ивановна, у меня там дары осени. Я сам не справляюсь. Погнали, Затупин. Не, сам собирай свои собачьи отходы. Да сейчас все увидите. Иди помой. Марьяна, пусть мне поможет, ну. Тупорев, не пугай меня. Ладно, Затупин, иди помоги ему. Ну что может быть круче моего набора?
Ивановна, нам еще нужна помощь. Ну, Баталов, что сидишь? Пошли, хоть пользу обществу принесешь. Марья Ивановна, мне кажется, у него какой-то план собрать всех учеников с класса и сорвать урок. Слышь, Очкарик, что там придумал? Ха, если б я хотел бы, я бы уже с корешем свалил бы. Марья Ивановна, нам реально помощь нужна. У нас не хватает физических, как это, сил. Это у тебя не хватает, поэтому тебе нужна помощь. Да ладно, не важно, но там все будет круто, вы все офигеете. Батанов, пошли. Пошли, очкастый, Марья Ивановна, можно мы его возьмем? Ох, ладно, Батанов, иди помоги им, не успокоятся же. Марья Ивановна, что-то их долго нету, можно я схожу проверю? Давай, поторопи их там. Хорошо. На парту давай ее! На парту! Давай сюда! Ой! Ой, затупит сарямба! Зато поесть можно! Вот, Марья Ивановна! Моя это! Тыква-кабачок или кабатыква, не помню, как называется! Дары осени! Ого! Это точно не тыквачок, это кабатыква! Марья Ивановна, так пусть будет так, как это, кабатыква, значит кабатыква. Тупорев, ты где ее взял? На даче. Марья Ивановна, так нечестно, он взял мою кабатыкву, как вы назвали, я ее экспериментировал. Не выдумывай, это я вырастил. Твой эксперимент вон! Какая-то бородавка тыквенная! Марья Ивановна, это я ее посадил! Да ладно, Заучкин, успокойся, ты бы все равно не смог ее принести. Вот у тебя есть твоя тыква, которая соответствует тебе, а у Тупорева его тыква. А, да, Марья Ивановна, спасибо! Моя тыква, в смысле тыква, кабатыква! А, ты же там семечко кинул в вазон, твои проблемы. Я ее каждый вечер подкармливал тем, что сам не доедал. Смотрите, какая она огромная! Мое первое место! Пятерку мне! Пятерку! Марья Ивановна, так нечестно, я не согласен. А я вообще расстроен! Все орехи кабатыквой подавили! Еще и яблоко съели! Тебе жалко, у тебя второе есть. Поздно уже! Второе я ем. Тыкву свою ешь! А ты свою кабатыкву! Ну, братан, ну у тебя зато вкусный! До осени! Ну на отсюда! Ребята, успокойтесь! Вот это я понимаю соревнования. Так, все, выставляем оценки! Я точно выиграю! С такими бородавками это вряд ли. Вот моя тыква 100% выиграет. Мне кажется, мои дары осени самые вкусные и полезные. Это же орехи, Марья Ивановна. Ну ничего не знаю, Марья Ивановна. А мне кажется, задача была удивить. О да, Тупорев, по поводу удивить бесспорно. 5 баллов тебе. Ого. Пятерка? Хорош, Тупорев. Марья Ивановна, а можно выбрать? Пятерку по математике поставить! У батя будет в шоке! Хватит тебе моего шока! По биологии поставлю 5. Вот когда площадь этой тыквы измеришь, тогда в математику 5 пойдет. Ну ладно, 5 по биологии, так 5 по биологии. Марья Ивановна, только можно ее здесь оставлю? Пусть в столовой приготовят. Не потащу я уже ее домой. Тяжелая зараза. Ладно, оставляй, но я себе кусочек отпилю. Молодец, постарался. Затупин, тебе тоже 5. Ха! Пилите, Марья Ивановна! Ха, не вопрос. Поздравляю, братан, у нас с тобой по 5. Ну, им по 5. А нам тогда по 2. Ну, да. Нет, ребята, задание было одно, поэтому и вам по 1. Марья Ивановна, я считаю, что Цупареву надо поставить еще 1. За что? Ну потому что у него самая большая кабатыква в мире. Посмотрите еще раз. Ого, братан, спасибо. А вообще, Марья Ивановна, наверное, я ее тут в школе не оставлю. Извините, вы тоже кусочек не отпилите. Я пойду на рекорд Гиннесса.
Пойду подавать заявку!